Уничтожитель деревьев и других насаждений в Гусь-Хрустальном районе будут бороться с непарным шелкопрядом. Напомню, именно эти насекомые в мае прошлого года нанесли непоправимый вред зеленым насаждениям и садам дачников. Тогда нашествию гусениц подвергся не только Гусь-Хрустальный, но и другие районы. Сейчас Министерство лесного хозяйства Владимирской области проводит обследование в очаге его обитания. Цель – учет численности насекомых, оценка изменения количественных и качественных показателей популяции после зимовки вредителей. Обследование запланировано на 33 пунктах учета. По его результатам будут проведены мероприятия по уничтожению численности непарного шелкопряда. Провести их планируется с применением биологического препарата в мае на площади более 3,5 тысяч гектаров.